В 12 сельских домах культуры Верхневолжья дополнительно проведут ремонт и обновят оборудование. Средства, которые пойдут на эти цели, высвободились в результате экономии при проведении конкурсных процедур по данному направлению по другим объектам. Об этом заявил губернатор Игорь Удэня на заседании регионального правительства. Данные субсидии из регионального бюджета предназначены на проведение текущих ремонтов, замену кресен в зрительных залах, закупку светового, звукового и видеопроекционного оборудования. Также в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» проводятся внутренние и внешние работы в 4 сельских ДК. В 2020-м в Верхневолжье планируется реконструировать еще 10 таких объектов. Кроме того, в регионе предполагается построить 2 новых деревенских дома «Культура». На эти цели выделят около 76 миллионов рублей, поэтому средства надо осваивать максимально рачительно, отметил Игорь Рудыня. Вся работа должна быть сделана на хорошем технологическом уровне. То есть не просто покрасить по слою краски стены, там, еще раз покрасить окна сверху, старые неснятые краски, там, поселить какой-нибудь линолеум там, кусками. Поэтому все должно быть сделано достаточно эстетично. Сегодня мы, говоря об этом, поставили задачу, чтобы не просто деньги использовать, а использовать их на высоком качественном технологическом уровне.